Друзья, всем привет еще раз. Занесло меня в парк. Думаю, почему бы не пройтись. Ну и заодно и вам показать. Было же у меня пару сюжетов про парк, но это было давно. Сейчас мы их немножко освежим. Тут у нас всякие флажочки всяких стран. Сцена, все новенькое. Хорошо сделан настил. Вот немножко подпортилось, а так в основном все целое. Сейчас пойдем глянем, что там на озере. Смотрите, какие у нас зеленые фламинго. То есть розовые, это зеленые. Красивые, они такие мягенькие. Да, их как трава. Красивые. Это у нас водоем искусственный. Мне кажется, тут и рыба есть. Что-то мне так кажется. Да, друзья, огромное спасибо за поддержку. Это что-то и правда немного вывели меня на эмоции. Обычно я как бы покрепше. То действительно, то пустое все. Сами в жизни мало чего достигли, сидя на попе ровно. А как у кого-то хорошо, значит им становится плохо. И давай всякие гадости писать. Ну ладно, проехали. Прошли, как говорится, мимо. Синички прилетели. А кто-то говорит, они не улетали. Значит, они искусственно прятались. Пойдем дальше. Это у нас вид с другой стороны на озеро. Класс, мостик такой интересный. Видите, такие гидросооружения, водоотводы. Хорошо сделали, хорошо придумали. Раньше вот это все, здесь была лужа, тут все было затоплено водой. А теперь она куда-то уходит. А, уходит она туда, в озеро, на Сату. Здесь у нас летом стояли емкости с водой. Люди приходили, воду набирали. Ну, какая красота. Мульча засыпана, вот эта кора из сосны. И все, трава не растет. Красотень. Красивая клинкер, кажется, называется это, по-моему. Ну, короче, плитка по-старому, красиво уложена. И, ну, уложена вон весь парк. Везде разное. Ну, красиво положено. Посмотрим, что у нас на центральной аллее. Так, это у нас лаванда. Это у нас лаванда. Если ее помять, она здорово пахнет. Тут тоже такие красивые, зелененькие, всякие разные деревья. Видите, куда вода идет? И туда дальше по каналу, и туда же впадает в озеро. А озеро, вон, видите, руины. А за ними там, за этими руинами, озеро большое еще одно. Сату. Лиман какой-то, я не знаю. Третий лиман его называли, что ли, по-разному. Красота. Тихо. Людей, правда, нет никого. Пара сидит одна на лавке, о чем-то щебечут. Да, дело молодое, нужное. Да, парк ухоженный. Ну, люди убирают здесь, ходят. Мужчина я видел с ящиками и метлой и наводит порядок здесь. Приятно. Листья немножко падают, ну понятно. Сегодня убрал, завтра не опять. Ну, в основном в своем чистота. Вот эта штука вкусная. Это или рябина, или что-то такое, не знаю. Я еще распробовал ее пару лет назад. Угу, такая мясистая. Сладенькая, с косточками.
Может, уши вырастут, не знаю. Ну, не должны, по идее. Тут тоже целый дендропарк. Всякие растения красивые. Надо было подписать, как они называются. Красота. Вот тоже только что иду. Поставил на паузу. Едет на велосипеде какой-то мужичок. Телефон спрячь. Ну, во-первых, не спрячь, а спрячьте. Я говорю, почему? Поехал дальше. Я поражаюсь людям сейчас. Какие все злые. Я снимаю парк. Людям, чтобы немножко там нервы успокоить. Люди отвлеклись от всего. Телефон спрячь. Ну, остановился, подвидел, почему, объяснил бы. Странное. Ну, то такое. Да, мир изменился. Это наш памятник освободителям. Славянска. Воды Второй мировой войны. Ладно, друзья, будем заканчивать. Поедем, как говорят, до дому, до хаты. Всем пока, до связи.